Ехали, ехали, не доехали. Моти попросилась гулять. Вот съехали в лесочек. В лесу хорошо. После дождя мох сырой. Все сыро. Завтра попробуем за грибами съездить. Грибники стоят. Так, да не пойду, прям мох сырой такой, это, проваливается нога. Мотя, давай быстрее. И так сегодня запоздались. Ой, чё ж я не заметила такую сосну. Большую. Знаете, что мне на Останкинскую башню? Вот этот вот обруч, который нарос. Так, подойдем. Такая большая вообще. Огромная сосна. Сколько она повидала за свою жизнь. Ну, кажется, меня Мотя обманула. Вот у меня такое чувство прям, что она опять мне... Вообще, сегодня всю ночь ходила, бродила, куда-то ей надо. Наверное, было опять нужно было подышать воздухом. Не знаю, что с собакой, какую ночь уже не спит, и нам не дает. Я ее закрыла на кухне и говорю, делай, что хочешь там. Не знаю, с утра Леша ее выпускал. Но ничего не сказал. Вроде ничего не набедокурила. Все, поехали, да? Все, теперь поедем к Дане. Да, она нас уже заждалась, а мы все... Давай, прыгай. Вот так вот, королевишна.